Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу. Хочу вам показать здание, которое находится на Малой Морской, дом 11. Это дом Шмидта или просто торговый дом Штоли Шмидт. Здание москательной фирмы Штоли Шмидт. Москательный товар – это устаревшее название предметов бытовой химии. Так вот я нашел в интернете. Архитектор Шредер Виктор Александрович. В 1849 году Карл Иванович Шмидт и Владимир Федорович Штоль основали в Санкт-Петербурге торговлю красками, аптекарскими товарами под фирмами Штоль и Шмидт. Первоначально они находились в доме Меньшикова около Красного моста. Но торговля развивалась, появилась потребность в более просторном помещении. И в 1860 году была переведена в дом Кононова по Кирпичному переулку. Она находилась там 21 год. В 1876 году Владимир Федорович Штоль вышел из фирмы. И единственным хозяином торгового дома остался Карл Иванович Шмидт, который решил выстроить собственный дом, специально приспособленный для торговли аптекарскими товарами. В 1881 году торговля переведена во вновь выстроенное здание по Малой Морской, 11, или улице Гоголя она раньше называлась. В 1886 году Карл Иванович Шмидт скончался. Торговый дом перешел его многолетним сотрудникам и родственникам Александру Викторовичу Диперону и Роману Владимировичу Штолю, которые продолжили ведение дел. И в 1896 году, после кончины, 10 лет прошло, Карл Иванович, учредили отделение торгового дома в Томске, то есть в общем-то, фирма развивалась. После смерти Дюперона в 1897 году единственным владельцем оставался Штоль. При нем за некоторое время до 50-летия своего основания фирма была удостоена высочайшего звания поставщиков двора Его Величества. В 1900 году умер Штоль, и торговый дом перешел по наследству вдове Ульрике Николаевне Штоль. Дела фирмы она поручила испытанным сотрудникам своего мужа. Так написано на сайте сети «Волк». Я пользуюсь этим ресурсом. Вот немножко об этом здании. На первом этаже лицевого корпуса располагались магазины и контора. На втором и третьем жили директор фирмы. И четвертый этаж был отдан под квартиру для служащих. Очень удобно. Все были вместе, компактненько. В оформлении главного фасада использовался гранит, импортный кирпич из Силезии и ревельский мрамор. Дворцовые флигеля располагались по периметру участка. Там были склады, осуществлялась сортировка, развеска, упаковка товаров. Товары транспортировались на подъемной машине, приводившей в движение газовым двигателем. Вот было новшество. Во флигелях располагались квартиры для 50 рабочих. И, кстати, еще при жизни Шредера на здании установлена мемориальная доска, знак особого отличия. Если посмотреть на дом, то на атике до сих пор поступают буквы Штоль Шмидт, которые, кстати, бы неплохо бы отреставрировать нашим городским властям. Ну, в дальнейшем здесь были различные конторы, геологоразведка, геофизическое приборостроение, спецжилстрой, различные мелкие конторы, даже национальная охота, дискобар был. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать про здание, которое находится на Малой Морской, дом 11, торговый дом Штоль Шмидт. Все, всем пока, до свидания. Вы будете, когда проходить там по Малой Морской, задерите голову, посмотрите, там будет видно Штоль Шмидт. Все, пока-пока, до свидания.